Доброе утро, дорогие зрители! Эфир национального телевидения открывает передача «Утро Калмыкии». Последний раз в этом 2021 году. С вами я, ведущая этой передачи, Юлия Махалиева. Этот год вот-вот закончится. Дедушка Мороз сейчас очень занят, времени у него катастрофически мало. Но у нас получилось. Мы со съемочной группой успели взять короткое интервью у Дедушки Мороза и попросили его сказать пожелания на следующий год. Дедушка, здравствуйте, расскажите. Здравствуйте. Дети калмыки хорошо вели себя в этом году? Конечно, прекрасно себя вели. Все очень молодцы, хорошо учились. Многие очень хорошо учились. Кто-то еще отстает, но в будущем году, думаю, наверстают. А много писем написали вам? Да, много, много. Очень долго сидел, разбирал. Буквально вот до декабря все получилось разгрести. Вот приехал поздравлять. Да, разумеется. Снегурочка помогала? Конечно. Она, в принципе, основную работу и делает. Я только немного отвечаю. Все желания получится исполнить? Разумеется, все. Нужно будет постараться. Детей много. Так что, думаю, справимся. Ну, как и обычно. А что пожелаете нашим детишкам в новом году? В новом году? Ну, наверное, здоровье, как всегда. Здоровье, внимательно относиться к своим родителям, выполнять свои обязанности, хорошо учиться и поменьше в интернете бездельничать. Делами можно в интернете заниматься, учиться тоже, Деду Морозу письма писать. Вот. Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо большое. Всем до свидания. Увидимся в новом году. Поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо большое, дедушки. Ну, а мы спешим поделиться с вами зажигательным калмыцким народным танцем. Смотрим и не стесняемся повторять. Это очень бодрит.
Ух, красота! Как же зажигательно и красиво! Но никто не отменял полноценную зарядку. Становимся, ноги на ширине плеч и все внимание на тренеров. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Виктория. Я фитнес-инструктор по направлению зумба и хочу провести с вами утреннюю разминку зумбы. Итак, мы с вами начнем сейчас с самого простейшего танца, называется бачата. Итак, дорогие друзья, вам нужно расслабиться, почувствовать, что вы как будто бы на дискотеке. Делаем плавное движение бедрами. При этом ваши ножки должны быть легкие, мягкие. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень легкие шаги. Добавляем ручки. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прыжочек. Оп. Еще. А теперь шаг вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, назад. Еще повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, назад. А теперь раз, два, три, акцент. Так, девчоночки, вы успеваете за мной? Почти. Раз, два, три, четыре. А теперь все заново повторяем. Девчули, вы можете бедра подключать уже? Молодцы! Раз, два, три, четыре, ножка. Раз, два, три, прыжок. Я прям чувствую, как у вас получается все. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, назад. И, конечно же, не забываем про улыбку. А теперь опять. Раз, два, три. Акцент бедром. Еще. На самом деле, бачата очень легкий такой танец. Раз, два, три, четыре. Вы заметили, все на 8 почетов. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Оп. Раз, два, три, четыре. У! Теперь вокруг себя. Нет, на 80 градусов. У! Что такое? Что такое? Молодцы, девчонки! Все знают, что новое – это хорошо забытое старое. Рецепт селедки под шубой в новой интерпретации от Давида Ачирова специально для вас, дорогие зрители. Гарантирую, что будет так же вкусно и очень красиво. Будем откровенными, мало кто будет использовать салаты из интернета на Новый год, но классика неизменна, и ее можно сделать интереснее. За убогий монтаж в начале спасибо моей страшной терке, которую я не хотел показывать, но лучше ее, чем ту красоту. В общем, соединяя все ингредиенты для селедки под шубой, перемешивая, мы делаем такие манипуляции, как на видео. Изначально идея была селедку в середину запихнуть, но потом я подумал, кому оно надо, и просто соединил ее со всеми продуктами. Скрутил шары и обвалял в яйцах и укропе. Кстати, вышло очень даже вкусно, поэтому пробуйте и не забывайте подписаться.
вам они уже очень полюбились, и вы их ждете. Да-да, лайфхаки от Карины Бадмаевой. Как всегда, будет практично, просто и действительно полезно. Внимание на экран. Всем доброе утро! С вами Карина Бадмаева. Новый год все ближе и ближе, а это значит, что самое время по полной приготовиться к празднику. Я продемонстрирую вам лайфхаки, которые помогут вам сократить и облегчить ваше время. У меня под рукой оказалось много газеты, и мне пришла в голову мысль соорудить из нее упаковочную обертку. Берем наш подарок и газету. Оборачиваем ее, естественно. Вот так. Сверху. Потихоньку подгибаем. Вот такой подарок у меня получился. Самое главное, что от души. На новогоднем столе, безусловно, все празднично и красиво. Но чтобы с точностью передать атмосферу праздника, можно подать салфетки в виде елки. Берем нашу салфетку и подгибаем. Далее поворачиваем, делаем углы острые. Снова поворачиваем и подгибаем. Делаем такие капюшоны. Вот такая елочка у нас получилась. Если честно, то мне очень интересно, как жители республики украшали свои дома, да и вообще, как готовились к Новому году. Все ответы далее в сюжете. Очень скоро наступит наш любимый праздник Новый год. Воздух уже наполнен ожиданием чуда, которого мы ждем, но больше всего атмосферы добавляют огни, которыми украшен наш город. Улицы, кафе, магазины, деревья поменяли свой повседневный облик. Световые конструкции и гирлянды развесили практически везде. Разноцветными светящимися композициями оформлено пространство площади Победы. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сегодня очень весело и хорошо. Такой праздник, которого с детства мы ждем. С нетерпением ожидаем чуда, ожидаем подарков. Поздравляю всех жителей города с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы в каждой семье было тепло, светло и радостно. Главная новогодняя елка и листы расположена в самом сердце города, на площади Пагоды 7 дней. И в ночь на 1 января именно вокруг нее соберутся сотни жителей и гостей столицы для встречи нового 2022 года. Да, как красиво украшен город, мы увидели. Хорошо бы и себя украсить. Советы от стилиста нам в этом помогут. Всем доброго, прекрасного новогоднего утра, дорогие телезрители! С вами рубрика «Минутка красоты» и я, ее ведущая Карина Мамутова. И сегодня я решила для вас тоже продемонстрировать самый что ни на есть актуальный новогодний образ. Это же, конечно, платье из пайеток. Посмотрите, какое оно красивое. Сзади, кстати, присутствует классная молния по всей длине. Также я сюда применила вот такой вот пояс, который выделяет мою талию, потому что при моем типе фигуры это обязательно. Посмотрите, какой классный. Платье вроде бы обычное платье-футболка, но оно из пайеток. Очень красиво. Также я сюда применила вот такие вот классные, блестящие, сверкающие сережки-дорожки.
Мне очень нравится. А сейчас давайте пригласим нашу замечательную модель, которая продемонстрирует для вас тоже прекрасный, красивый образ. Конечно же, как наступает прохладный период, бархат становится безумно актуален. А посмотрите, в каком оно цвете. Очень красивое платье. Сверху у нас присутствует запах на груди. Также у нас здесь рукав фонариком, где вы можете регулировать. Сделать вот так вот, это тоже очень красиво и актуально, вы оголяете свою портретную зону, это смотрится красиво. Сюда, конечно же, помимо нашего прекрасного ободочка, который классно сочетается с платьем, мы добавим еще аксессуаров. В данном случае сюда мы применяем вот такой вот очень красивый нежный чокер на шею. Надеваем очень красивый чокер, который будет прям отлично, можно сказать, впритык сидеть на шее. Чокер черный, на нем присутствуют красивые кристаллики, которые будут замечательно сверкать и блистать. Посмотрите, как это нежно, очень замечательно смотрится, мне кажется, к этому образу. Ну, прям красотка, скажите, правда, очень красиво. Сюда мы точно так же можем надеть сережечки, но наденем их такие более маленькие, не сильно незаметные, но хочется, чтобы что-то было на ушке. Что-то сверкало. Ведь все-таки это Новый год. Обратите внимание, мы уже добавили сюда сережки. Вроде бы не совсем заметный аксессуар, но он обязательно будет блистать на ваших ушках. На платье также присутствует разрез. Очень актуальный элемент сейчас. Платье расклешенное талии в длине миди, ниже колена. Очень-очень женственно, нежно и безумно красиво. Всем огромное спасибо за внимание, дорогие! Я желаю вам в наступающем новом году всего самого хорошего, отличного настроения, а самое главное – здоровья. И пусть три двойки принесут вам море улыбок и море удачи. С Новым годом! Времени мало, но все еще немного есть. Есть у нас с вами время, чтобы сделать подарок своими руками. Идею такого подарка смотрите далее в нашем сюжете. Да внимательно, чтобы сразу все повторить. Здравствуйте, я Эдгреев Валерия, воспитанница из детского дома творчества. Сегодня я вам покажу, как делать картину из шерсти. Вначале мы берем шерсть подходящего цвета и понемножку берем пальчиками только кончик. Немного взяли и потом уже выкладываем. Берем рисовочную иглу и прикалываем. И не доходим иглой до стола. Потом можно иголку и сломать. Прикалываем. Если шерсть выходит из-за контура фломастера, тогда нужно убирать ее и дальше прикалывать. Когда мы приколоем шерсть, тогда нужно повторять снова. Берем пальчиками и немножко берем и ложим. Не закручиваем, потому что нужно по маленьким частям. Если просто колбаской положить шерсть, тогда ее невозможно будет приколоть. И она будет выглядеть не очень красиво на картине. А если есть проплешины, тогда нужно брать шерсть немножко опять
и положить на проплешину, и потом уже снова прикалывать. Когда уже эти проплешины убрали, тогда можно переходить к всей картине. Я делаю картину «Степь». А сейчас я буду делать небо. А небо нужно делать плавным переходом. То же самое делаем, что и с поляной. Только тут нужно не настолько плотным слоем. Если мы делали на поляне более толстый слой, чтобы не просвечивалась синяя ткань, а тут нужно с небом по-другому. Более густой слой. Небо уже закончено, а теперь нужно делать облачка из белой шерсти. Облачка уже тоже сделаны. Теперь мы будем делать солнышко из желтой шерсти. А сейчас я буду делать тюльпан. Нужно взять ножницы и шерсть. Ну, нужно сначала подрезать ее, чтобы было ровно. И чуть-чуть прям отрезать. Берем ножницы и шерсть и расправляем иголочкой и притыкиваем. Прикалываем. Потом так делаем на всем фоне. А сейчас я хочу сделать и розовые тюльпаны. То же самое делаем, как и с красками. Немножко отрезаем, берем иголку и переносим немного шерсти на другие места. Так делают на всем поле. Можно больше, можно меньше. Это уже на ваше, на ваш выбор. Ну, еще можно сделать птичек, но я буду делать тюльпанчики. Вот моя работа. Степь. Весна в степи. И можно еще оформить свою картину в рамочку. Вот так это выглядит. Так, что у нас еще для вас осталось? Ага, время музыкального поздравления. Смотрим, наслаждаемся и не переключаемся. Oh,
Все. Время прощаться и поздравить всех и каждого. Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором все мы так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще хочу пожелать побольше радостных моментов, которые перейдут приятные воспоминания и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. До новых встреч в следующем году. Пока-пока!